уважаемые коллеги, очень важно в трудную минуту верно оценить ситуацию, правильно определить основные угрозы и выработать стратегию развития. В этой связи обсуждение сегодня проблем страны не только важно, но весьма полезно. Считаю, что почти все министерства и ведомства провели, коллеги, встречи, собеседования и пример довольно подробно изложил их взгляд на происходящее. К его отчету я добавил бы следующее. Прежде всего, мы обязаны сделать главный вывод, а главный вывод заключается в том, что в стране продолжается кризис, и по многим характеристикам он осложняется. Прежде всего, мир развивается гораздо быстрее, чем мы. Темпы развития в мире 3,5%. Эта установка президента, которая дана была год назад, не выполнена. Мы вышли на полтора процента, но если вы уберете сырьевую составляющую, как правило, или стагнации, или отрасли продолжают спад. Общество расколота, причем этот раскол нарастает. За прошлый год число долларовых миллионеров увеличилось почти на 17 процентов. Население 42-й месяц подряд продолжает нищать. И это главное в кавычках достижение, которое должно быть немедленно преодолено. Что касается износа оборудования, то это нарастает даже в нефтегазовой отрасли, где износ превысил 55%. Да, мы прирастали в населении, но за прошлый год уже потеряли 130%. 4 тысячи убывает энергичное население на Дальнем Востоке, где уровень жизни по-прежнему остается крайне низким. Нам объявлена война. Любая война требует соответствующего ответа, но надо понимать, что это надолго. Пришло к управлению на Западе поколение, которое 40 лет назад получило образование в форме ИГЭМ. Вот вы видите современных троечников, которые хамят в Совете Безопасности, организуют провокации, угрожают атомной войной. Нам это, мы уже это проходили, но мы обязаны сделать соответствующие выводы. Что касается послания президента, я не согласен, что после 7 марта, что, мая наступит что-то иное. Все здесь сидящие законодатели и члены правительства будут работать в стране, и мы должны сегодня посмотреть. Что будет завтра? Президент поставил задачу не просто выйти на мировые темпы, но и все сделать, чтобы ВВП в ближайшие 6 лет вырос на душу населения в полтора раза, а это означает, надо иметь темпы минимум 7-8%. Мы имели такие темпы перед войной почти 20 лет. Они составили около 15%. Китайцы имели такие темпы при форме Донсиапина. У них составили около 10%. Но мы последние пять лет был спад ВВП. Чтобы выходить на эти темпы, мы обсуждали с премьером и сошлись в том, что надо минимум завтра иметь 10 триллионов в кармане. Премьер сказал от 7 до 15. Ну давайте допустим 10 триллионов. Это большая сумма, которая позволит решить ряд проблем. Но каким образом можно победить в любом в любой борьбе, если вы не решите три проблемы. Нужна сплоченность общества, максимальная мобилизация ресурсов и освоение самых новейших технологий. Что касается сплоченности общества, да, часть мер мы предприняли, но нам надо срочно решать проблему, назову хотя бы образно, аварийного жилья. Дмитрий Анатольевич, объем аварийного жилья вырос за эти годы на 12 миллионов квадратов и нарастает. Будут падать балконы, и взрываться квартиры. Эта проблема не решена. Что касается детей войны, мы вносили их 14 миллионов, пять раз вносили. Мы настаивали, чтобы приняли решение. 140 миллиардов всего нужно. Это имело бы колоссальный моральный авторитет в стране. У нас сейчас дополнительные доходы составляют 1 триллион 300 миллиардов. Давайте решим. У них средняя пенсия в деревне 8-9 тысяч, в городе 10-13. Это жалкое существование людей, которые победили и страну отстраивали. Давайте решим вопрос по ЕГЭ. Министр Васильев предпринимает меры. Смотрите, как его долбят со всех сторон. Она пытается вернуть образование классической, русской, советской и мировой лучшей школе. Но у нас баба Яга это господствует, она угробит последнее поколение, которое должно завтра будет работать. Но давайте в политическом плане хоть 9 мая снимем фанеры с мавзолея, которому отцы победителей бросали гитлеровские стандарты. Давайте это унижение, связанное с нашей историей, раз и навсегда сбросим, чтобы не позорились ни те, кто проходит мимо мавзолея. Что касается мобилизации ресурсов. Кто вам не дает решить простую проблему? Говорите, у вас денег нет. Берите за три года отчет вашего золота, алмазов, леса, газа, нефти. Продают каждый раз на 20 примерно триллионов рублей. В бюджете ни разу не было больше восьми. Но возьмите еще пятерку. Это совсем другая картина будет. Возьмите, введите госмонополию на спиртоводочную и промышленность. В царское время 30-35 рублей, в советское 25-30 рублей. Сейчас 100 рублей не получает. 40 тысяч трупов от паленой водки. Давайте решим эту проблему. Что касается налогов. Неправда, что вы не повышаете налоги. Возьмите сборы. Уже 6 или 7 новых сборов от Платона до экологического и курортного сбора. Вы в прошлом году 250 миллиардов вытащили из кармана граждан. На эти деньги можно было многое сделать и поправить положение. Возьмите новые технологии. Кто нам не дает решить вопрос о распространении уникального опыта нашего депутата Жаре Алферова, который создал школу лучших математиков и физиков, университет Академию суперпроизводства. Почему это не реализуется в стране, в каждом субъекте Российской Федерации? Академия Нуфанов душила всех. У нас бегут из страны специалисты. Три года назад убежало 20 тысяч лучших специалистов, год назад 42, 42 тысячи. Оставьте их работать в стране, создайте нормальные условия. Мы получим колоссальную отдачу только по этой статье. Народные предприятия. Ну сколько можно говорить? Вам не нравится Казанков, Мариэл? Там глава был, сидел, возглавлял бандитов, сейчас сидит в тюрьме. Да, Дмитрий Анатольевич сам звонил ему, отвяжись от народного предприятия. Звонил, отвязался. Это народное предприятие сейчас работает, миллиард двести миллионов одних налогов заплатило. Шикарная зарплата, три новых завода построили. Но он нам там не дал землю для развития народного предприятия. Мы взяли два района в Татарстане и вывели их в передовые. Вам не понравился Грудинин своим совхозом. Супер уникальное предприятие. Все его лупили, сейчас продолжают по инерции. Съездите и гляньте, как можно решать проблемы. Ни одной копейки у государства не взяли. Школа лучшая в мире, детские сады лучшие в Европе, зарплата самая высокая в стране. Чего не распространить и поддержать? Мы же этот закон писали вместе с Примаковым, Масляковым и Геращенко, когда после дефолта страна на коленях стояла. Причем уникальный опыт, никаких дополнительных затрат возьмите и реализуйте. Мы разбирали с вами бюджет. Бюджет, чтобы был развитие 25 триллионов. Его не после 7 мая надо формировать, его сейчас надо формировать, но открывайте бюджет, который вы приняли. Там минус 17% на экономику, столько же на социалку и 32% на ЖКХ при таком износе оборудования и жилищного хозяйства. Давайте принимать сейчас решение. Мы рассмотрели с вами, Дмитрий Анатольевич, 20 программ. Под них 8 триллионов, правильно. Но устойчивость села аграрной 16 миллиардов. На селе живет 38 миллионов человек. Каждый четвертый, одно рабочее место на селе, 6 в городе. Тогда из 8 на 4, 2 триллиона отдайте деревне. У нас ни одна программа не окрашено деньгами, которые должны идти на селе. И детские сады, и все остальное на селе решается в пять раз хуже, чем в других местах. Давайте тогда примем это решение. Я бы на вашем месте на село сейчас отдал бы дополнительно 100 миллиардов. Получили 135 миллионов тонн хлеба. Ни на одну копейку нигде не подешевело. Цены обвалили. Село потеряло 125 миллиардов. И сейчас не могут закупать технику. Затоварились наши собственные заводы. Добавьте немножко, сейчас я закончу. Минуты Главное добавить. богатство — земля, вода, лес. Вот вы все говорите насчет леса. Он уже полыхает. С марта и будет гореть до апреля. Почему в Беларуси лесников больше, чем у нас? Лесное хозяйство одно из самых уникальных. Мы умели работать на этом поприще. Если бы мы взяли, закупили 150 заводов глубокой переработки леса, мы бы озолотились, мы 100 миллиардов долларов получили по этой статье без ущерба для природы. Ни одна программа, ни чистая вода, ни лес, ни транспортные магистрали. Тогда вы строите их на будущее, собираетесь избавиться от той петли, которую нам на шею сегодня набросили. А петлю набросили и будут затягивать. Посмотрите, что они говорят. Они недавно Хелли заявила, что мы никогда, Россия никогда нам не была другом, мы ее будем и дальше душить. А чтобы нас не душить, нужен новый курс, сильное профессиональное правительство и очень эффективная работа. И последнее. Все беды, которые были в последнее время, связаны с нарушением СНИПов и норм и правил строительства. В СССР был Госстрой и 9 крупнейших фирм, от сельстроя до промстроя и спецстроя. Я с ними работал на объектах. Вот такие мастера были. А сейчас, куда ни ткнешься, нет фирмы, которая бы даже ликвидировала серьезную аварию. Надо делать выводы. Мы у очень опасной черты.